раз. У вас перерыв сегодня, нет? Что-то вы не штрафуете никого. А? Все в масках? Все соблюдают. Ну надо же. А сейчас вот попробуем. Если кто без маски, то у меня маски есть. У вас есть? Да, 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 да. Так что... Не-не-не, здесь буду. Нет, вы там должны предупреждать о том, что говорят, ну, как бы объявляют, что могут быть недопущены граждане без масок, да, недопущены. А вы штрафуете, и они дальше без масок идут. Масочки надевайте за турникетом. Во, громче, громче. Вот. Нет, там должны подойти. Не допускать. Да, я предупредила. А я могу ему раз масочку дать. Вы слышали, как я вас нет, он не слышал, да. Но у него с собой есть же масочка, да? И если нет, я вам могу дать. Есть. Ну давайте вам выдам, а то они не выдают 417-е постановление, не соблюдают. А у нас есть угроза возникновения ее, это то же самое, угроза возникновения. Работодатель это кто? Может я не работаю, возьмите. А, вот, сюда. Пожалуйста, до свидания. Масочки. Да. А задерживать не имеете его права-то, никакой силы при мне. Как вы любите гастарбайтеров сразу вот взять в оборот, да? Они боятся, что, думают, что вы беззащитные нет, люди, что... Нет, нет, никакие документы вы не давайте, вы надели маску и все. Вы... Нет, вы все, вы проходите. Нет, она сейчас на 5000 вас штрафует, не давайте документы. Она даже не говорит для чего. Она не говорит для чего. Ну и что, он надел только что. Перчатки давно отменены. У вас административное право нарушения. Нет, он не имеет права. Он не имеет права штрафовать вас за маски, перчатки. 004-642. Не давайте паспорт. Нет, а почему она здесь стоит? Вы ей сейчас передавать будете? Который оформляет. А вы ей не имеете права передавать. Взяли. Потому что она третье лицо. Какое третье лицо? Это должностное лицо. Да. Не останавливайтесь, проходите, паспорта не даем. Это везде, в интернете говорится, да. Не давайте паспорт, он сейчас на 5000 вас обуют, а вы в маске. На каком основании? На каком основании вы его задерживаете, если человек в маске? Он в маске. Вот вы там стоите и раздавайте маски. Да, почему вы там не стоите и не предупреждаете? Вы что с ними заодно, мы не да, стоим, товарищ? 004-859. Мы не стоим, не предупреждаем, вы что потому тут? Что план выполняется, да? Чей по штрафам? Выполняет. Или вас тут заодно? Честно, он надел маску. Одного человека сейчас... Одного, надеть, не ваше дело. Какие у меня, да, не ваше дело. Да, вы мне никто. Вы сейчас говорите, то я да, молодого человека да, штрафую. Да. Где я штрафую? Нет, да. А зачем вы к нему сразу подбежали? А зачем тогда? Не клеветаете, а клевещете? Клевету. Уходите и все. Уходите, уходите. Все, уходите. Все. И так будет сейчас дальше продолжать. Вы сейчас нарушаете пункт правила 45. Какого? 10-10. Что это такое? Вы ну, мешаете давайте. Выполнять... Я не мешаю, я сказал, я маски наши буду раздавать. Наши должностные обязанности. Какие ваши должностные? Раздавайте маски. Нет, ну, вот, а вы, я ему хотел дать, вы а его уже хотели сразу раздавайте. Принять. Вот и все. Мало вам тут Валек ездит, а я буду ездить. Я не боюсь, я в своей стране живу. Клоун, а вы кто? А вы, вам не стыдно на 5000 людей разводить за маски, который надел человек маску? Вы к нему подбегаете, особенно к гастарбайтерам, к нерусским. Вы думаете, они беззащитны? А? А? Вы еще плохо слышите? Плохо, громче. А вы состоите на учете в ПДН, наверное? А вы, наверное, психиатр, а вы знаете, да? Что такое в ПДН, а вы, наверное, психиатр, да? Идите туда работать, в психиатрию. Да. В ПДН стоите. Ну, а вы где стоите? В институте питания, наверное. Пациентка института питания. А вы мне не хамите, что? Я а я тоже нет. Вы, я вообще, вам в институт питания надо. Сказала. Да. Так, продолжим. Вот так. Успокоились сразу на камеру, то успокоились. Да. Успокоились. Давайте, да. В институт питания вам надо. Если да. Вы такой очень умный. Очень умный. Очень. Да. Давайте. А что такое должностное лицо? Вам сказать, вы работаете в правительстве Москвы, я вам не подчиняюсь. Говорите еще громче, я плохо слышу. Вы поняли, что да. А в ПДН я составлю вам сказать статью. Точно такая же статья и будет. Да, нет, против, да. Это нормально. А институт питания еще лучше. Да. Так что так.
ни одного штрафа сейчас не сделает. Хоть сколько-то людей будем спасать, хоть по 15 минут в день будем свои выполнять обязанности гражданские, чтобы люди дышали свободно. А эти стоят вместе с ними заодно. Собирались сначала тащить, потом отпустили, потому что у него корочка. Ну, потому что сначала сопротивлялся, потом перестал сопротивляться. Так, и что? Его просто предупредили. А почему тогда они за маски хватают прямо здесь и без всяких предупреждений хватают паспорта и оформляют? А потому что это идет с того года, масочный режим. Нет, а почему сейчас они его отпустили? Сейчас уже не предупреждают. Если вы видите, турникетов уже идет предупреждение, Я понимаю, нет, а почему я ему сейчас дал маску, по идее, вы его тоже должны, они его должны были тоже развести на 5000, но не получилось. Почему? То есть, тебе задайте вопрос. Нет, это им надо задать вопрос, почему они его не тормознули. Нет, просто он. Нет, он, я понимаю, вот так я и делаю, я маски раздаю, и они не имеют права трогать тогда в этот момент. А они говорят, что на момент прохода они были без маски. То есть они уже нарушают вот эту статью, и они ее применяют далеко не ко всем. То есть к слабым девушкам, к слабым гастарбайтерам они применяют. Она туда, идите, успокойтесь, да. Помойте водичкой лицо. Да, кочегарка. Она в кочегарке где-то работала, наверное, судя по ее поведению. Вот правительство Москвы, вот представляете, вот посмотришь на такую из правительства Москвы, и просто это диву даешь, это просто позорище какое-то. Просто вот Собянин, я не знаю, ему сейчас это вот куда-нибудь на МОСРУ выложу это все, и будет здесь служебная проверка по поводу вот таких хамок, как она. Все это будет выложено, мы ничего не боимся. Ну, то есть, получается, вы ему исключение сейчас сделали, да? Нет. Нет, а почему? Ну, спокойно. Какое? Давайте я с вами пообщаюсь. Да, просто человек проходил без маски и, как они сказали, пьяный. Кто сказал? Ну, вот, 004859, ну, сотрудница видно, сказала. Впечатление было, потом... Ну, нет, потом оказалось. Потом сотрудник разобрался. Что значит пьяный? Ну, нет, мне было сказано, что я его поведу в комнату полиции, потому что он пьяный. На выяснение. Ну, а потом вы его не повели. Почему? Нет, потому что вы видели. На месте выяснили обстоятельства. На месте. Он что-то вам показал, какую-то корочку. Это ваше суждение, вы не можете в этом утверждать. Маску я вам дам. Да, маску я вам дам, и вы идите спокойно. Я толкать сумку. Не, я случайно, извините, пожалуйста. Берите маску, наденьте и идите. А то она сейчас на 5000 вас штрафанет вот это вот, с хвостом, с белым. С белым хвостом. А, только я отвлекся, думала на 5000 развести, ну надо же. А у меня даже на спине глаза есть, да. Ну, в общем, короче говоря, вы его предупредили по-хорошему, да, чтобы это был первый и последний раз, как говорится. Мы его не да? предупреждали. Ну как? Ну, все, у вас смена закончена? А? Смена закончена? Все, да. Ой, как хорошо. Вы меня, наверное, запомните теперь, да? Нет. Борца за правду. Зачем? Такого. Нет, не, ну просто, вот понимаете, я хочу, чтобы у нас закон был един для всех. У нас, нет, да. Запоминать я вас даже не собираюсь. И у нас закон един для всех, правильно? Ну, то есть мы живем в правовом государстве или нет? То есть кого-то вы отпускаете, кого-то они гнобят вот туда, вот к этой... А вот прижимают вот туда девушек.